Проект в сельской местности Норвегии будет использовать биткоины в качестве основной валюты. Вся собственность в Либерстаде будет частной. Концепция города построена на основе философии анархизма, принципа ненападения и прав частной собственности. Каждый житель города будет вносить свою лепту в развитие Либерстада. Любой желающий может купить землю в этом городе за биткоины во время предпродажи.